Пожалуй, начнем мы с добычи травы. Да, будем делать семена. Будет куча семян различных. Как будет классно си... Кнопка! Иу! Стоп, а где моя кнопка? Это кто там орет? Акаки? Ты где? Я здесь, ты где? А, откуда ты здесь взялся? Ты где? Да вот он я! Да сзади я! Фиксай! Да здесь я! Подожди, рассказывай, что тут происходит такое? Я вот... А, что? А ну-ка, стоп. Чего? Акаки, только не говори, что наши инвентари теперь склеены! Ладно, я не скажу, что они склеены, я скажу, что они связаны. Не знаю. Привет, друзья, Фикса, и добро пожаловать обратно в Майнкрафт. И как вы понимаете, сегодня наши инвентари с Акакием будут навсегда склеены. А это означает то, что у меня будет куча кнопок в инвентаре. Нет, 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 убери их уже. Когда-то давным-давно я уже записывал подобное видео. И Акаки такой сказал: слушай, Фиксай, как было бы круто, если бы наши инвентари тоже были склеены. А как это совершенно не круто? Мне придется страдать. Но я знаю лечение страдания. Это ваши лайки. Давайте наберем целых 100 тысяч лайков в честь такого крутого ролика. Итак, тогда Акаки перестанет подкидывать мне кнопки в инвентарь. И а где все мои цветы? Я их выкинул. Самое интересное, Акаки, то, что до 6 миллионов осталось совсем чуть-чуть. Представь, если сегодня все это все подпишутся, то будет 6 миллионов. Да не, будет 7 миллионов. Ребята, действуем. А мы начинаем. Приятного просмотра. Итак, Акаки, давай проверять. Смотри, вот добудь сейчас, ну, например, дерево. Побежали дерево добывать. А почему я опять должен работать? Ну, ты подопытный. В смысле подопытный? И где дерево? Здесь. Его нету. Да не, оно здесь. Да нету дерева. Я говорю, нету. А, где оно? Пропало. Так вот оно. А. Опачки. Где дерево? Ты уже верстак сделал. Подожди, я придумал. А что, если мы одновременно попробуем его поставить? Что произойдет? Так, а ну-ка давай. На счет три. Раз, два, три. Ай, не получилось. Давай еще раз. Так, давай. Раз, два, три. А где верстак, Акаки? А он у тебя в левой руке. Вообще-то на земле. А, ну ладно. Так, все, продолжаем добывать дерево. И пока я добываю дерево, друзья, мне тут Акаки рассказал одну загадку, которая достаточно очень простая. Но мне интересно, сможете ли вы ее решить? В общем-то, внимательно слушайте. Походу, Акаки уже кирки делает, топоры и так далее. Есть бита, а также мяч. В совокупности они стоят 110 рублей. Но бита дороже на 100 рублей. Сколько же стоит мяч? Пишите ваши ответы в комментариях. А тот, кто правильно угадает, я покажу комментарий в следующем видео. Акаки, это же круто. Да, блин, это самая легкая задачка, которую я видел вообще в своей жизни. Я тут пока рассказал, мне кажется, ты уже Майнкрафт пошел, ты что, офигел, что ли? Что? Как их много, этих кнопок, нет. Ты что делаешь? Я старался. Ты потратил 30 дерева на эти кнопки. У нас теперь дерева нету. 36 так-то. Зачем ты это сделал? Ну все, Акаки, я сейчас вспомню, что ты не любишь. Я сейчас пойду в джунгли и добуду там какао-бобы, которые похожи на какашки. Так, и в чем проблема? А, то есть ты любишь какашки. Ладно, хорошо, тогда найдем что-нибудь что другое. Что ты сказал? Куда ты опять? Да, хватит ты трогать дерево, не трогай дерево, пожалуйста. Я просто переработал. Просто переработал. Да-да, отдохнуть получается. И мы опять на острове оказались. А, ну да. Одновременно сказали? Да. Да. А ловко ты это придумал. Я даже сначала не понял. Итак, тест номер два. Что если мы с тобой попробуем из одного дерева... А, неважно, крафти лодки. Поплыли на закат. Недолго мы плыли. Поплывем дальше. Отлично, здесь есть деревня. Акаки, у меня есть гениальная идея. Ты прямо сейчас пойдешь добывать шахту, а я пойду чекать эту деревню. И тогда мы усилим наши усилия вдвое. Усилим усилия? Yes. Ой. Да. Нет, стой, Google-переводчик, стой, нет! Ну это же так всем понятно, то что yes это да. Она все равно. Это да английский. Нет, стой, Google-переводчик, это и так понятно, то что это английский. А-а-а-а. Все, Акаки. Погнали. Раз, два, три. Так, тут есть голем, но я пока что его не буду добывать, потому что ты все равно идешь добывать руды. А я... О, каменный век, неплохо, слушай. Офигенно. Скрафти тогда нам каменные кирки сразу же. Да, сейчас... Стоп. Что такое? А где булыжник? Так вот он у меня есть. Вот, я его прямо сейчас перемещаю по инвентарю. Можешь поставить на одно место какое-нибудь? А, в четвертый слот поставил. Ну вот, он появился, все нормально. А... Чё у тебя там происходит? Подожди, у меня, кажется, Майнкрафт лагает, ничего вообще не понятно. А куда он девается? Я он не у тебя знаю. Есть, ты можешь скрафтить? Я не знаю, да нет ничего. Я попался на троллинг, да? А как это? Как там у тебя вещи поживают, народ? Ну ладно, ладно, так уж и быть, держи деревянную кирку. Ты выкинул ее!
Ты добываешь? Да, добываю, добываю. Ну ладно, ладно, так уж и быть. Я тебе сейчас крафчу каменную кирку. Все, держи. Понятно. Как же я давно ждал этого, это такое классно. Это настолько классно. А ты что, деревянно-то добываешь все? О, уголь. Да где моя каменная кирка? Да вот она, в последнем слоту. Да ладно тебе. Вот, держи лучше колокольчик. Какой колокольчик? А почему я не могу добыть его? Что? Ты его не сможешь добыть, потому что я сейчас добываю. Как это так? Реально? Ты куда кирку дел? Куда ты вещи мои подевал? Ты офигел, что ли? Нет, нет. Фух. А ну возвращайся все обратно, я тебя вижу, ты подо мной прямо. Нет. А ну иди сюда, где ты все подбирай, давай быстро. Ты что делаешь? И что удумал? Ладно, как и все, давай мы не будем троллить друг друга. Вот, ты уже хлеб сделал, молодец, так-то намного лучше. Только ты его весь не ешь, потому что мне тоже... Акакий, хлеб верни. Нету хлеба, да нету хлеба, нету хлеба, не отдам хлеб, где хлеб? А, вот он. А все, я его съедаю. Там разрушенный корабль. Это вообще на проклятый Майнкрафт. Нет, там разрушенный корабль. Там разрушенный корабль. Правда? Да. А, у тебя лодка теперь нет, а у меня есть. Ха-ха. Я сейчас сломаю эту лодку, она появляется у тебя, теперь ты ее ставишь и плывешь ко мне, это ж гениально. Да я бы доплыл быстрее. В принципе, да, но все равно прикольно работает. Так, сундук, а вот и сундук как раз таки. Опачки, опа, все. Хе-хе-хе-хе, а у тебя теперь нет этой крутой кожаной куртки. Ну и слава богу. Мне не нравятся кожаные куртки. Ну, ну ладно. То есть ты не байкер? Нет. А мотоцикл у тебя четкий. Итак, у нас с тобой есть два загадочных рагу. Я придумал, пока я буду кушать первый, ты будешь кушать второй. Иди сюда. И мы проверим, у кого будет лучший эффект. Я не хочу кушать. Захочешь. Понял. Все, захотел. Ты кушаешь первый, я кушаю второй. Окей. Раз. Подожди, я кушаю первый сейчас. Не важно. Да, я уже сказал, как. И надо было слушать. Все, поехали. Раз, два, три. Ой, выронил случайно, сам понимаешь. Давай еще раз. Раз, два, три. Да блин. Так, давай, раз. Ну ладно, так уж и быть. Все, давай, ты первый, я второй. Поехали, раз, два, три. Итак, у меня пригучись, а у тебя? Это у тебя пригучись. А, подожди. Ну да. Стоп, что? А мне слепота была. Ну ты прыгал высоко. Нет, я прыгал нормально. Так я выиграл, получается. Ладно. Слушай, Каки, вот мне очень интересно. Вот если я умру, то вещи останутся. А, или нет? Они нет, не останутся, они выпали у всех. А, вот. Ух ты, подобрал, слава богу. Как же хорошо, что крипер ничего не взорвал. О, Каки, у меня появилась небольшая идея. У меня тоже. А что ты смеешься? А ты что? Да, так. А, я просто анекдот вспомнил. Короче, улитка заходит в бар. Акаки, ты не представляешь, что я для тебя только что придумал. Во-первых, лотерея на лайк. Друзья, вы знаете правила. У нас давным-давно их не было, но это наша... Акаки, верни яйцо. А? Какое яйцо? Ты у меня яйцо украл. Акаки, ты у меня яйцо украл. Ладно, ладно, о, спасибо. Итак, раз, два... Акаки, где яйцо? Я его разбил. Нет! А выпала курочка, Джек? Да. Да? Да! Ура! Нет. Нет. Ладно, неважно. Попытка, как говорится, не пытка. Пока ты там что-то добываешь, что-то там делаешь, я кое-что для тебя подготовлю. Очень-очень интересное. Ля-ля-ля, тополя. Ля-ля-ля, тополя. Дин-ди-дин-ди-дин-ди-дин. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ой, вещи пропадают, да, какие случайно как-то. Что происходит? А где они? А, все, какие, у тебя осталась только единственная вещь. И это карта клада. Нет! Тебе нужно будет найти все эти вещи. Ты готов? Нет. На счет три. Раз, два, три. Поехал! О, нифига себе, ты подготовился уже. Побежал. Слушай, ты хоть подскажи, я правильно бегу, неправильно вообще? Ну, вообще-то тебе нужно в другую сторону бежать. А я куда бегу? В ту, которую нужно. А зачем мне бежать в другую сторону, если я бегу туда, куда надо? Я просто решил тебя затроллить, а ты не повелся. Ну, по идее, значит, я сюда бегу, потом бегу туда, а потом тут... Ё-моё, сколько туда бежать? Я думаю, денёк это займет. Давай, как и быстрее, так кушать хочется, просто в этом кладе есть еда. Ой, я тебя уже вижу, я тебя уже вижу. Давай, 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 плыви, 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 красава просто. Наконец-то можно будет покушать, ищи клад. А как я его найду? Давай, а ты что, одну землю кушать, что ли? Я не хочу землю кушать. У тебя красный крестик есть, ищи. Давай, красный, давай, давай, крестик. Ты сможешь, ты сможешь, ты сможешь. Красный крестик. У тебя получится. Ха-ха-ха, все, как и, ищи без карты. Ладно, так уж и быть, я дам тебе карту. А как и, ты куда? Смотри на карту уже. Подсказка. Реально, где же находится клад? Какой-то странный песок. Это сундук. Ура, ты нашел его. Давай кушать. А, нет, это тебе обед.
Ну куда? Ну в смысле? Ты же говорил, что ты любишь их. Никогда я такого не говорил. Так, пересмотри момент. Ладно, там такого не было, но все равно. Ты не мылся давно. Да я вот только днем принял душ. Ты обалдел, что ли? Ну, в принципе, получилось тепло. Акаки, заходи, ты и другой клад не нашел. В смысле? Это был шуточный. В смысле шуточный? Ну, конечно, заходи давай быстрее. Ломай, ломай, ломай этот сундук. Да я его долго буду ломать, да, инструменты. Инструменты там находятся. А! Быстрее! Получилось? А вот как раз-таки тот самый сундук. О, да, вот и весь клад, Акаки. А что там было? Ну так иди посмотри. То есть тебя не действует клад? Окей, я тогда сам себе заберу его. Все, он будет теперь полностью мой. Ага, отлично. Шикарно. Вот и все, Акаки, теперь клад полностью мой, понял? Да, понял. А, у нас же инвентарь склеен, точно. Да. Обидно. Ты думал, что это все? Нет! Ловким движением руки появляется железо! А также золото, лука, я сейчас умру! Какие, готовься подбирать вещи, готовься подбирать вещи! И это еще не все, здесь есть жареный лосось! Жареный? Прямо жареный. Это который, типа, вареный, но жареный? Да. Опачки, пустыня, там же может находиться храм. А что если подорваться там и все вещи пропадут и у тебя, и у меня? Это ж просто гениальный троллинг будет. Будет интересно. Ой-ой-ой, зачем я начал выкидывать все это дело? Возьмем кирку, топор, самое не... О, лук-батон, где ты его нашел? А вот тут недавно ходил, короче, давай я сейчас наберу побольше. И потом, ты понял, я тебе подарю его. Так, а смысл ударить, если он у меня уже есть? Не, я тебе побольше сейчас наберу. Давай, вообще без проблем. Вот это вот я понимаю, хороший дружеский подарок. Вот правда, там, короче, такой разбор. Разброс у них это просто жесть какая-то. В смысле, какой разброс? Ну, то есть, один лук-батун находится на расстоянии где-то 100 блоков, но я вижу вроде его. Это правильно, потому что лук-батун очень тяжело найти. Опачки, а чуть-чуть, что такое там? Я нашел подводные руины. Да, и как там? И тут достаточно подводная и руина. Ого! Как, мне не нравится твой тон голоса, что ты там задумал? Да ничего я не задумал. Ты просто хочу настоящий мужской подарок сделать. Ты уверен? Цветы. Ну да. Тебе точно стоит верить? Конечно, я тебя хоть раз обманывал. Да. Окей, посчитаем, сколько раз ты меня обманывал. Ноль раз, это все был дружеский троллинг. А такое у меня тоже. Ну, но сейчас я сейчас посмотрим. Не собираюсь тебя троллить, вообще не собираюсь. Ну да, хорошо. О, еще нашел. Нифига себе, сколько их здесь. Зачем ты доски взял? Как же их много здесь. Зачем ты потратил доски? Да не зачем, просто так. Зачем ты тратишь доски, Акаки? Фиксай. Где лук-батун? А теперь иди сюда. Не понял, куда? 176, 70, минус 1068. Ты чё там задумал, Акаки? Я сейчас прибегу этой деревяшкой по лбу настучу. Ну, попробуй. Ну держись, Акаки. Бамбук ты решил мне, значит, положить, да? Вот это сейчас бамбук, тебе понравится очень. Ага, вот и... Стоять! Я сломаю блок. Я сломаю. Не смей. Ты надоел меня троллить. Так, у тебя есть задача. Стоять! Окей. Где? Где он? А все. Где? А все, его нету. В смысле его нету? А его нету. Как то его нету? Где он? Нету его! Нету его! Где лук-батон? Нет! Где он? Нет! Нет, мой лук-батон! Не, ну ты молодец, в принципе. А как, вообще-то ты решил меня затроллить, в итоге сам себя затроллил? Нет! Есть, правда, одно но. И какое же? Только я знал, где находится еще 20 стаков. Все-таки ты их собирал. Ничего, мы узнаем, где они находятся. Мы все узнаем. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравилось это супер забавное видео. А если так, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. А для вас Роза Фиксай, также Акаки. Ламинария, серьезно? Да. Может, ты ее выслушаешь еще? Да. Супер. Не забывай смотреть предыдущие видео, ведь они очень интересные. Кликай по ним прямо сейчас. Левое, правое, левое, правое. А также подписывайтесь на канал Акаки. А то он до сих пор не научился троллить. Эх. Что? Всем удачи, до скорой встречи, пока. Увидимся в следующем ролике. Пока. Пока. Слушай, а я вообще-то люблю нажимать на середину, а не выбирать между левым и правым видео. О, так там же подписка. Ну да, 6 миллионов. Респектую.